Эту швейную машину мы сделали для производства маркиз. Для производства маркиз мы должны выполнить здесь операции подшивания края и сшивки между собой ткани. Максимальная длина 8 метров. Нажимаем ткань. Пошили край. И нам нужно шить полосы между собой. Мы меняем тут направляющую. И заправляем уже материал с двух сторон. Здесь у нас есть лазерная указка для выставления правильного перехлёста. По ней выставляем. И натягиваем ткань. Здесь мы также можем в начале и в конце установить закрепки. Мы сейчас поставим одинарную закрепку, 3 стежка в начале и 3 стежка в конце. Запускаем. Вот наша закрепка вначале. Этот отступ от края, он выставляется в настройках. Здесь вот закрепка у нас в начале получилась и в конце. Обрезка нити на этой машине автоматическая. Здесь небольшой кончик остается. Вот, в итоге мы получили подшитый край в начале, сшитые две ленты и подшитый край в конце. Ну, соответственно, это пример. Да? Ну, вот так выглядит маркиза и ее производство на этой машине. Можно длину показать ее еще. Сколько она длинная.